Тем временем в Актау центральная площадь наконец-то опустела. Юрты, палатки разобраны. В городе запущено движение транспорта. В Актау на седьмой день после начала митинга собравшиеся окончательно покинули площадь Цинтымак. Задержано 5 человек. Отмечу, что до сегодняшнего дня стражи порядка не производили задержания. С 11 утра открыта центральная дорога, возобновилось движение автомашин. Сегодня же, к слову, в рейсы вышел и общественный транспорт. Свою работу возобновил аэропорт Актау. Что касается интернета, то накануне вечером он появился практически во всем городе. Правда, происходят временные сбои. Все гособъекты находятся под контролем местных властей и усиленной охраной. В целом ситуация в Актау стабильная. В аэропорт Актау доставили тело погибшего курсанта Мейрхана Битим. Специальным бортом цинковый гроб привезли из Алматы. Мейрхан Битим и его сослуживцы погибли во время беспорядков. 20-летний курсант вырос в многодетной семье. Он окончил школу в Актау и учился на втором курсе пограничной академии КНБ. Это большая утрата как для всего Казахстана, так и для органов национальной безопасности. В свою очередь хотел бы выразить слова соболезнования всем родственникам. Он погиб на территории самой академии. При въезде в академию он защищал хозяйственное КПП, получил ранение.